Хорошо. А тризубец? Какой тризубец? Какой тризубец? Тризубец – это герб Украины. Так, зачем вы ним прикрываетесь? Вы прикрываетесь украинской культурой, но сами не... Процитируйте мне, пожалуйста, Шевченко. Сон. Я не украинка, вы украинец. Окей, но вы же топите за Украину. Так давайте учите стихи украинских писателей. Америка топит за Украину. Как минимум Шевченко. И не предъявляйте людям вообще ничего, не зная ни о чем. Америка топит. Понимаете? За Украину. Никто не топит ни за кого. Каждый топит за себя. А вы не рассказывайте здесь. И уберите свой телефон и удалите этот пост. И если я его увижу, я его обгоняю. Я его обещаю. Слышите? Попросите, чтобы убрали это все. Потому что это неправильно. Нет, это же ваше это мнение. Не игра. Это ваше мнение. Это личное мое мнение, но я не хочу, чтобы знали его все. Это мое личное мнение. На вот заседание вот этих людей. Понимаете? Уже нет. Как уже нет? Все. Удалите его. Нет. Ну окей. Слушайте, что там будут лохи говорить. Я вам больше ничего не могу сказать. Да, я не... Просто не могу. Вы просто неадекватны. Ну реально.